Многие ютуберы очень бездарно распоряжаются своим временем в процессе работы и отдают приоритеты вовсе не тому, чему следует. Многие закапываются с головой в техниках оптимизации, ищут секретные теги, пытаются напихать побольше ключевых слов в видеоролики. Другие же слепо копируют ролики популярных ютуберов. Ни те, ни другие не достигают результатов, потому что у них совершенно акцент не на том. И если изменить распределение времени, то можно получать совсем другой результат. И первое, оно же главное, если вы уделите подготовке тем видео, аналитике и систематизации информации половину от всего своего рабочего времени, даже не уделяя внимания особой там, оптимизации и так далее, ваши ролики будут набирать кратно больше просмотров. Вы делаете не то. И я почему-то убежден, что многие из вас, я думаю, не большинство, у меня очень много толковых подписчиков, которые действуют системно и правильно. Но, тем не менее, многие новички, по крайней мере, совершают такую ошибку. Они по наитию выбирают темы видеороликов и снимают видео, исходя из исключительно собственных соображений. Как это примерно строится в их голове, внутренний диалог. Я думаю, что вот эта тема будет популярна, поэтому я сниму по ней видеоролик и буду рассчитывать на то, что он наберет просмотры. Или я заметил какой-то видеоролик, на котором много просмотров. Я могу снять примерно такое же и буду рассчитывать на то, что мой ролик наберет просмотры. Дальше автор снимает такой ролик, монтирует его, иногда даже затрачивая кучу времени на сложный монтаж с эффектами, с какой-нибудь там инфографикой, с переходами, бюро и снимает загружает на канал, оптимизирует, подбирает ключевые поисковые слова, использует VDQ, использует Keyword Tool, использует Яндекс Wordstat, пишет описание, делает тайм-коды для этого видеоролика, делает очень сложный, навороченный какой-то значок видеоролика или заказывает у дизайнера, публикует раз и просмотры по нулям. И он такой, ну я же, но как же, я же столько времени и сил уделил этому видео, я же все предпринял для того, чтобы этот ролик набирал, а он не набирает. Что за ерунда? Почему у другого ютубера ролик набирает? Почему у меня не набирает? Ах, этот ваш ютуб, это такой лохотрон. Частое явление мне подобные авторы пишут на регулярной основе. Так вот, почему так произошло? потому что автор не проанализировал ситуацию, он не зашел в аналитику, даже на главную страницу аналитики своего канала, если канал уже имеет какую-то аудиторию, не пролистал вниз и не посмотрел, какие же видеоролики демонстрируют лучшую эффективность. Вот аналитику открываем главную страницу, смотрим общую эффективность канала, и YouTube нам показывает – Почему у нас та или иная ситуация на канале? Вот мы можем посмотреть это с вами сейчас. Вы опубликовали больше видео, количество просмотров на канале увеличилось на 63%. Почему число просмотров больше обычного? YouTube подсказывает. Дальше самый популярный контент за период. Вот вы его смотрите, и вот вам расклад. Если вы видите здесь еще и новый видеоролик, это идеальная схема, значит надо пилить продолжение. И вот такая простейшая схема анализа уже дает вам статистически обоснованную информацию о востребованном контенте. А если вы сюда подключите еще два элемента, первый элемент это конкурентный анализ, второй элемент это трендовый анализ, вот тогда вы будете находить те темы и идеи для видео, которые действительно имеют потенциал и востребованы целевой аудиторией, которые будут вовлекать постоянных зрителей и обеспечивать вашим роликам показы. И когда у ролика уже будут показы, тогда вы уже сможете эти самые показы эффективно конвертировать в просмотры, работать над повышением CTR, задавая более интересные и привлекательные названия, эм, устанавливая привлекательный клевый значок, который хорошо читается в миниатюре, побуждает зрителя потенциального кликнуть и начать просмотр. Тогда уже вы можете делать сюжет ролика, писать сценарий, Делать какие-то интересные решения на монтаже, снимать биромы, тогда это отработает. Потому что если вы исходно ошиблись с темой видео, не проанализировали ситуацию, то все остальное не поможет потому что YouTube не даст показы вашему ролику. А если YouTube не даст показы, то даже с самым высоким CTR и с самым высоким удержанием ролик не наберет просмотров, потому что его никто не увидит на платформе. И вот понимание этого кардинально изменит ваш подход к работе. Поэтому приоритеты должны быть выстроены только так. R&D, Research and Development, поиск тем, анализ, конкурентный, трендовый, изучение аналитики вашего канала. Вот эти вещи должны занимать половину вашего времени, а уже все остальное вторично. Я не говорю, что нужно пренебрегать оптимизацией, оформлением видеоролика или пренебрегать монтажом или качеством видеоролика техническим. Нет, этим пренебрегать не нужно, но нужно разумно распределять время. И если у вас есть 10 часов, чтобы подготовить ролик, вы можете сделать его качественным. Если у вас есть час или два часа вашего времени на подготовку ролика, не тратьте все на съемку и монтаж, не выбирая тему. Лучше вы запишите ролик одним дублем с минимальным монтажом, с простейшей съемкой, но вы потратите хотя бы 15-20 минут на поиск темы, анализ конкурентов, анализ трендов, изучение аналитики, изучение целевой аудитории. И тогда результативность вашей работы будет намного-намного выше. Я очень... Эмоционально сейчас пытаюсь донести до вас эту информацию, поскольку значимость этих знаний Нельзя переоценить. Я очень надеюсь, дорогие друзья, что вы будете применять это на практике. А если вы потеряны сейчас и не знаете, не имеете представления, как вам находить темы, которые в вашей нише, в вашей тематике будут работать, если вы теряетесь при анализе конкурентов, не можете сделать выбор или сомневаетесь, тогда обращайтесь к нам в закрытый чат где мы вам подскажем, где есть авторы каналов с миллионной аудиторией, которые это уже все проходили, они знают, как нужно. Обратитесь к ним, они помогут. И я включусь в эту дискуссию. Ну и, соответственно, действуя так, вы будете получать конкурентное преимущество. И уже другие, уже ваши конкуренты будут смотреть ваши ролики, видеть трафик на них и задаваться вопросом, почему у этого парня такой простой монтаж, так все простенько снято, не затейливо. Он не оптимизирует в такой степени видео, но у него ролики набирают больше. Почему? В чем секрет? Ведь этим вопросом многие из вас задаются сейчас сами, а вы можете перевернуть все с ног на голову, и все будет по-другому. Поэтому действуйте, и вы увидите совершенно другие результаты и совершенно другую картину. С вами Конуден, мы говорим про YouTube. В следующем ролике поговорим о том, как из ваших показов выжимать еще больше просмотров на тех же самых темах видео. Не пропустите ролик. Пока.